погибель тоже пропускаю? Да. То есть сейчас будет этот хранитель. Смотритель. Ну, погибель почти попал. Полетел, потому что этот, как он, блядь, все замет. Он не обрыв. Сори, я кастовал просто молнию. Не успел. Слишком далеко. Погибель нет смысла идти, потому что нету ни у кого квеста. Ты что ты можешь додать как-то? Какой сейчас босс? Сейчас смотрите. Там турика, да? Да. Там один танк. Пока мы хорошо. Да ну я тут самый танк есть. Ой. Вам еще тотем надо искать. А ты думал? Я привык тотем не ставить вообще. Я один тотем на всю отпускал. Не трогайте, бегите дальше. Ты поздно это сказал. Ну так, блять, если я веду, ебаный рот, может догадаться. Поднимайся. Я не трогал, я царя хилил. Поднимайся. Я на пуле. Ну, призрака, зачем призрак? С этим ДПСом должно повеселее быть. Проходной ДПС 6-8К на Лучезаре. У нас тут так мало дает только Смолвиль. Как там, Сомерсвит? Сомерсвит. Эльрей.
Может, снял? Не снимает. Просто один. Громоступ. А вот он, видимо, не знает, что надо ходить. Один громоступ. Громоступка, ты тут? Да. Вот всегда есть возле мини-карты циферка категории есть? Да. Туда посматриваю почаще. Все понял. А то, как говорится, век воли не видать. Да, с пойдом поведешься, жаргону наберешь. Маленьких ловешьте сначала. Я не понял, сколько раз они будут скидывать экипировку? Что, опять скину? Что-то у меня пропал один комплект. Не, у меня нормально все пока что. У меня вообще ни разу не пропало. Счастливчик. Зато оно слетели... потом восстановится. Зато слетели все аккаунты забитые. Заходим. Этот трэш проще, чем в нормале. Так это да. По-моему, это три разных фазы у него, да? Там какой-то тайной магии, что-то там это там. Надо закрывать какие-то эти метки. Там на метки вставать надо. Ядовито он становится. Вам все расскажем. Давайте десятки комп будете учиться вот этого без лишнего входа. Догадок не будет никаких не будет. Очень нравится. С турбосарян я говорил. Смерть Ануса. Я уже крою. Знаете, сколько я сегодня раз умер? Ну, просто предположительная цифра. Турбо меньше флуда в десятке. А, отошли. Отошли с комнаты. Все на выход. На выход. На выход. На выход. Зато он заивейдился. Он бы и так заивейдился, если бы ты подошел к углу. Да ты где такой фунчик? Сейчас я окно. ГБ поставь. ГБ. Надо подождать. Мне нужна цель.
Обмен даем звезде. Прям припутаю. Сопротами. Этот босс бьется с сопротами, соответственно, это как правильно, сопроты пробьете перед пулом. А что это такой большой шар вокруг тебя летает? Это, по идее, щит земли от шамана. А, это наверное. Да. Еще кому нужен? Сопроты получаем цвет. Че, надо кому-то сопрот? Бля, трейд не могу кинуть. Еще раз кидай. Еще. Один должен быть. Так. Сейчас смотрим. Блять, лут. Так. По центру у нас кто? ПЛ? 25, яд. Да? Яд. Слева аннигиляция. Справа руны, да? Да. Соответственно, первый босс, он кидает яды, сейчас передожу, перейду, так, сать отсюда, косуки вниз, там сюда, там, контроль сюда, сать сюда. Так, соответственно, Танк-Андру, ты диспелишь со второй пати яды, косуки очищением на милишнике, соответственно, тотем очищения на этом боссе. Соответственно, у босса 12 лямов хп. То есть у них, у этих всех троих соединено хп. То есть одного довели до 8 лямов, появляется другой, или правый, или левый. Соответственно, довели до 4, появляется, активируется последний. Дальше. Первый босс. РДД с хилами становится на центр. Вводите его в Буду. Соответственно, от трусов к луне, от луне к квадрату, квадрату к ромбику, от ромбика к трусам. Соответственно, милишники. Сильно вас продамаживает, как его, чуть-чуть подстопились, могли, как его, можете отойти от босса, только не отходите в РДД, потому что на вас также кидается какая-то хуйня, с которой вы можете разлить лужу в РДД зону. Соответственно, чтобы их не шотнуло. Далее, особо на этом боссе не вливайтесь, потому что... Агрогенерации здесь, таковой у меня не будет, потому что я постоянно его буду водить. Здесь хорошо набирает агро только ДКшник. Соответственно, Эльрей очень жесткий на пул на этом боссе. Далее, доводим до 8 лямов. Активируется или левый, или правый. Соответственно, если активируется левый, это у нас с аннигиляцией. Будет, я его поставлю в центр. Соответственно, все набирают ренджу между собой, кроме милишников. Потому что босс кидает дебаф рандомного человека в рейде, проводник молнии. Если кто-то с ним рядом стоит, его может просто шотнуть. Примерно как с мобом большим у нас сейчас произошло, да? Пронесся дамаг по рейду очень жестко. Соответственно, он, ник я постараюсь заанонсировать, он отбегает от рейда. Рейндж 10 между всеми держит.
соответственно, будут появляться сферки фиолетовые. Кто знает здесь, как прожимать? Дум. Турбо, за дум. Короче, лупите сферу. Кто не уверен, соответственно, на... где-то на 10 на 15 к забиваете на сферу, играете по боссу. Если вдруг сорвете, то есть кто добьет сферу, у него появится, если у вас стандартный интерфейс, посередине, чуть-чуть выше панельки ваших скиллов, появится кнопочка. Она сбивает каст аннигиляции босса. Если этот каст не сбить, это вайп. Соответственно, чтобы сбить каст, вам надо выделить босса и прожать эту кнопочку во время этого каста. Соответственно, убили одну сферу, ждем каста аннигиляции. Человек, тот, который добил сферу, сбивает каст. Соответственно, сбили каст, бьем опять по еще одной сфере. И так постоянно, то есть убили сферу вторую, ждем каста, остальные сферы, если будет, ну, появится еще вторая, третья и тому подобное, не будем убивать, потому что, чтобы не терять время. Если есть кнопка у кого-то, значит бьем босс. Далее, если выйдет правый, соответственно, как его? Также босс ставится на центр, с этой стороны. Давай Сомервиль, где вот сейчас я стою, звезды, с этой стороны. Закрываешь, появится, он будет босс кидать, сколько там, 6 вроде, да? Да, 6. Будет кидать 6 рун, соответственно, каст этот будет. На это с правом боссе он очень будет жесткий дамаг, для этого у вас сотроты. Будет 6 рун. Такие синенькие кружки на полу. Если хоть одну руну не закроете, соответственно, это кто-то шотнется. Если 2, это шот рейдер. Как ее закрывать? Заходите в эту меточку синенькую и стоите. Соответственно, пока она не пропадет. Пропала, как его? Идете бить босса. Закрывать могут все. Дымак эти метки не проносит, если только вы их не закрыли. Соответственно, с этой будет Сомервиль и Царь. С этой стороны, где сейчас звезда. Со стороны босса будет Турбо за дом. Вы закрываете дальние. Остальные играют по ближним меткам. Этим меткам, да, рунам. Принцип босса — это Груль, Гер. Рыбу я вам поставил. Сопроты пропили, фулбаф дали. Если видите, что агро срываете, соответственно, как его, взяли, постопали дамаг. Убить мы его точно убьем. Чек на готовность. Сопроты только пропили. Все готовы. Отчет на пол. Встаем, РДД хилы в крест. Стойте не со спины, а чуть-чуть сбоку, милишники. Сбоку немного, да. Чуть-чуть, только не сильно. Диспель там был. Угу. Альба, да, он по турбо. Активировался правый, это руны с центра ушли. Распределились, как я и говорил, кто-то босса, кто-то со стороны босса, кто-то со стороны этого. Я стоял звездой.
Прохиливаем рейд, готовимся 2 секунды до рун. Руны закрыли. Закрыли все руны, быстрее. Прохил рейда. Бьем босс. Руны, секунда. Готовимся закрывать. Закрыли руны. Все руны закрыли. Отлично, прохил рейда. Прохил рейда. Так, я отложу его. Быстрее доводить. Ингаляция это, да? Да, да. Давай, давай, довели, отлично. Ренджу набрали между друг другом. Электрозаряд на Эльрея. Так, погоди, нет, нормально, нормально. Бьем. Геру дали. Я ушел, да? Нет, бей, громоступка ушел. По сферке играем. По сферке играем быстро. Так, на турбо. Сбивай, Войд, сбивай. Сбивай. No. Отлично. По следующей сфере. От царя отошли. Так, на громоступ, бежим, громоступ, готовься сбивать. Сбил. Сбивай. Громоступка, сбивай. Нечем сбивать. Ты добил сферу, на тебе был значок, как это нечем? У меня не было вот посередине вот этого значка, который как на ПГ должен был. Он чуть выше. Я знаю. Плохо. Как ядерной зиме посерединке вылазит, но его не... Ну, просто тогда лучше не бить сферы тем, кто не знает. Войд, снимай диван, давай масс. Отойди только чуть. Так. Куда вот масс сюда отойти, да? Да, нормально, когда нормально. Когда остается, ну вот как я делаю, я не знаю, что делать с этим. 20% у сферы остается, я эскейп. Сбрасываю таргет и в босса. Сразу же сказали, когда объясняли тактику. Если не знаете, оставляйте. Ну, добьют те, кто знает. Давай, вставай, царь. Да не надо отбегать туда далеко. Рыбу ем и едим. Быстрее рыбу кушаем, отбиваемся, бафнемся, погнали. По-моему, все так же самое. Давайте без ступников, чтобы здесь не сидеть много времени. Чё такое? Да я поздно эту кнопку нажал, я уже чуть не уснул, блин. Пока бегал вокруг этого босса. Чек на готовность. Думал, все готовы. Я пока не могу использовать эту способность. Так, крыльев у меня нет, аккуратно. Дарили на пулевые горки. Танкотру подними, Эльрея. Бак, что ли, сломанный? Сомервель, инвиз прожми. Умоляю.
5 руны. Распределились. Руны закрыли. Позакрывали главные руны. Дал прожимку. Руны. Закрываем. Помогите с стороны босса одну. Давай. Прохил рейда быстро. Турбой сел. Все правильно сделать, и будет нормально. Танка бро отошли, отлично. Подсветки играем быстрее. Громоступка отошел. На задум, сбивай. Так поздно, убили сферу, я не успел просто. Ну, Агар реально какой-то сломанный с нуля доста набрал, когда сорвал босса. Тём, чуть неправильно поставили. Вот, что-то танкодру был далеко, я отвлекаюсь на турбу прохил из-за дума, так как он не в центре, а в противоположной стороне от них был. Добежишь или рай? Бежим остальные. Да я резнул бы, не вставали бы. Я уснулся и ничего так, не делал. Так делать. Когда на масс-рез же? 6 минут масс-рез. Будешь закрывать руны возле совы, чтобы ты по всему рейду хилом доставал. Омен нормально агро показывает на этом боссе или нет? Да. Или типа так же? Какая-то сейчас проблема была, странно, что-то медведь куда-то попал там. Чего, куда? Ну там, какой вот этот, с фунами что ли? Короче, какой-то баг, наверное, ничего не понятно. Типа он понял, он бьет тебя. А в тебя в Омане первого нету. Тебя вообще нету в первых строчках. Там маги что-то серые вот эти. Ну так потому что на первой фазе они этот как. Когда кончается вот скопия, что сомерли, что турбо. Прожимайте, пожалуйста, этот мист. Ну просто у меня Омана нету, и у меня агар в эксперле показывает с нуля до 100 за секунду просто. Типа даже не успеваешь стопнуть дамаг. А тебя выставили на боссах, то на иконке там 99% и тому подобное, 90%. Ну, да, на эксперле выставлено, но я же тебе говорю, агр набрался типа ну с нуля до 100 сразу. Тебе не покажет это. Короче, там потому что в процентах, а не в единицах, агр в единицах измеряют. Я предупрежду вас сразу, если у нас сейчас так все плохо пойдет, то мы просто допронос устроим. Все устали от 6-часового целка. Тому подобное. 6 часов было. А чё, нет, 18, мы закончили без 20-11. Масс. А, нету масс. Ну, 5 часов. Ну, ножом не резнул, поэтому. Хуй знает. Не, я устал, потому что слишком рано встал. Да нет, все было бы нормально, если бы не тупили люди. Тогда было бы все зашибись.
Так, есть у тебя громоступка? А, он царит. Задумайся, сейчас дашь на меня. Нет, пусть на том контру делается. А, типа БР, ну да, тогда он танк. Ну что, я сам тоже устал от этого и этого. Мне кажется, копыта рано убить, а остальных на завтра тогда. Да сейчас, ну, если с первого трая все будут падать, ребят. Да понятно, часа. Ну тут просто видишь, тут вот, блин, второй раз падаем из-за того, что кас не сбил. Первый раз он просто, он прожал эту иконку громоступ, но он прожал ее не на этот, не на, как он называется, не на аннигиляцию, а на вот эту вот электрохуйню какую-то он вставал. Да, видать, так и было. Вот, и поэтому вайпнулись. Лучше не надо самим нажимать, нажимайте по команде. Дживс есть у кого-то? Есть. Там. Понял. Спасибо. Так, давайте чек на готовность. Все готовы? Отчет на пол. Да чё отчет, все равно сразу вливаться нельзя. Дом, раскол. Так, опять руны Геру дали. Помогите, руны быстрее. Руны 2 секунды, готовимся. Руны. Босс отвел. Так, турбо не подходим. По сфере играем. По сферке быстрее. На турбойсе. Турбо забивай. Войт зашел. По сферке. Танк, который не подходим, все на мне. Играем по боссу. Громоступка, отойди.
Турбо, ты, надеюсь, не сбил? Нет. Отлично. Играем по боссу. По боссу играйте. А ларчик просто открывался, да? О, посох на транс. А хотя у нас этому нужен, да? Или нет? Смотри, если никому не дай, если надо будет, отдашь, в чем проблема-то? Надо там в танка на трэш? Не, не надо. Я плечи бы на транс забрал. Не берутся, не пытаются. А, там нормально, другой мой. На. Ну, не топ, может. Не дай. Надо тут попросить, ничего. Что, ты не уступишь, если тебя попросить? Уступлю. Ничего, проблем вот нет. Лиры это не нет. Кажется, что мобов из геры и из обычки перепутать не станет. Есть такое. Есть такое. Вот этих, которые перед смотрителем, точно. Сейчас мы, получается, на копыта идем, да? Ну, это не рано. Ой, с него в хэнтах идем, хорош просто. А на копыта пойдем, не? Да. Это проходной босс к Молчазару.
New Hand, New... Чтобы не бегать, если мы будем вайпаться на копыте, чтобы не бегать с нейрона, то мы идем убиваем тимирана. Понял. А кто-то с... А, там ТП-шку можно. Да, ТП-шница через порт. Первому Эндрей сбей кат. Стану. КД сейчас будет сбить или каста? Да там не сбить, а, там не то что сбить, то этот как он. Стан. Стан, да. Так, дай ему отлить пол. Да, он не надо. Там просто на этих финалах, честно, он был. Он не стал дома. Не, вообще, я уже залипаю, пиздец. Куда вы? На тимиран. Представили, что квест это босс, сейчас я расстановочку дам. Сидится, вой, давай в танка. Сюда вставай. Я стою здесь, так. Эндрей. Так, кто у нас в миле? Сейчас, погоди. Из милишников у нас раз, два, три, четыре, да? Так, Касуки сюда. Будешь тут ставить. Эверей сюда. Громоступка сюда. Вот сюда, где звезда прыгает. Так, я буду здесь, соответственно. Турбо между Вайдом мной. Царь между Касуки и Войдом. Вот тут встань. Так, здесь. Сомервиль. Задум здесь. И танка Дру иди вот сюда. Соответственно, посмотрели расстановочку.
мили вот так вот стоят, то есть босс будет смотреть или в Вайда, или в меня, соответственно, Касуки будет здесь, соответственно, РДДшер, который 5 человек стоят, да, и ты танкодру. 3 РДД и танкодру, соответственно. Вы стоите между людьми, которым сейчас я вас поставил. Соответственно, Турбо стоит между Вайдом и мной. Царь стоит между Вайдом и Касуки. Сомервиль между Касуки и Эльдреем. Задом между Эльдреем и Тупкой. И Танкодром между Граноступкой и Медвеем. Соответственно, вот такая расстановочка. У нас будет на боссе. Далее, по особенностям босса. Если вы то есть сорвали агро, он вас будет кастовать 4 чародейские стрелы, которые настакивают у вас как его, увеличение дамага от тайной магии на вас. То есть если из АДД или кто-то сорвет агро, значит это ж он его просто шотнул. Каст этот не затыкается и кастует он, пока не докастует у этого одного человека. Далее босс будет кастовать стрелу обморожения и инфернальная стрела. Соответственно, сбивать надо обморожение. Потому что обморожение замораживает секунд. Как его? А чтобы снять это обморожение, надо подойти к нему с инфернальной стрелой в того, кто кастует. Соответственно, милишники. Так. Есть еще обморожение улучшенное, которое нельзя сбить, оно будет таким щитком окружено. Соответственно, с этим обморожением, если оно кидает на РДД, РДДшник кидает милизону между людьми, которые я сказал, между которыми они стоят. Соответственно, к ним кто-то должен подойти с инфернальной стрелой, чтобы его разбить. Дальше. Остальные, которые не улучшены обморожения, вы должны сбивать. Надеюсь, понятно. Соответственно, если мы этого делать не будем, у босса есть 1, 2, 3 способности. Первое, это венец пламени, как и на обычке. Нельзя двигаться. Надеюсь, понятно. Тост в огненной луже, вот это является венец пламени, соответственно, нельзя там двигаться. Вторая. Это призыв фамильяров. Босс пропадает. Появляется, как вы сейчас смотрите, где печенька, ромбик и квадрат, появляются фамильяры. Соответственно, фамильяры выбирают рандомного человека в цель и кастуют на него чародейский обстрел, или как-то так называют скилл. С каждым стаком, когда он прокастует, он набирает на себе стак на увеличение дамага этим спеллом. Соответственно, в первого он залупил на 4к, да, во второго чела уже полетит от одного фамильяра 6к. И так по возрастанию. Соответственно, мы будем начинать бить. То есть призыв фамильяров мы начинаем с квадрата. Остается 200 тонн хп. Даже нет, 150 тонн хп. Милишники добивают. РДДшеры с танками переключаются в новую. Соответственно, также осталось 150, переключаемся в последнюю. Остается 150, танки встают на изготовку, чтобы босс стоял на центре. Соответственно, убили фамильяров, появился босс. Сразу же после убийства последнего фамильяра появляется босс. Встаем сразу же на свою расстановочку и убьем также босса. Дальше. Самая сложная эта способность — это бесконечная зима. Во время бесконечной зимы он будет 10 секунд кастовать босс. Если вы не будете прыгать, чуть-чуть подвигиваться, то на вас будет стакаться дебаф, который дамажит вас от льда. Дамажит он очень жестко, соответственно, на этой фазе вам надо выжить, то есть прыгаете, танкодру, тебе надо будет прохиливать хотами, я не знаю, что делать, но все остальные, вы должны прыгать и постараться сбить косты обморожения. Потому что если не сбить, человек просто сдохнет. На этой фазе я буду менять ауру от льда и ауру от огня. Так что вы будете бить без сосредоточения. Этот босс также под саппортом. Кто что не понял, спрашивает, чек на готовность. А еще раз про стрелу на первой фазе, когда улучшенное обморожение кидается.
Просто оно может кинуться на любого человека, даже по танку. Mm-hmm. Если улучшенное обморожение, ты увидишь, там оно под щитком, как... Не помню. Ну, у меня это деплейтс есть, я увижу. Ну, наверное, то есть но... его сбить нельзя, если это РДДшник, РДДшник должен бежать между... Нет, ты говорил что-то про стрелу. А, чтобы разморозить с обморожением, надо подойти к этому человеку, и когда босс ударит в кастанет тебя инфернальную стрелу, и... Да, короче, огонек размораживает. Да, огонек размораживает. Я это самое один вопрос задам. Ты в какую сторону стоишь спиной и в какую сторону стою спиной я? Если смотреть на босса сейчас. Не понял. Короче, кто сейчас его будет ставить? Ты будешь ставить? Так мы его заэвейдим, поставим. Ты чё? Так же сам остановимся, как нас расставили. Так, все готовы, давай турбо эвейд. Пока не подходим туда. Забегаем. Встаем. Вот так, да? Да, 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 встаем. Что, зашибись. Задумчик, может, что-то поближе. Угу. Я этот начну. Эльрей, напулишь меня. Так, Геру. Меняемся на трех стаках. Обморожение сбили. Видишь, под щитком. Вот это такое, типа такого коста нельзя сбить. Пронзающие стрелы, вот это, да? Да, да, да. Разбили. Танкадру подбеги. Пока нет. Турбо подбеги к нему. Все, отлично. Не-не, обратно танкадру, обратно. Забирай. 400. Забирай, забирай. Призыв фамильяров, готовимся. Повезло нам. По фамильяру играем. Где звезда по фамильяру? Играем все оперативно. Милишники добивают, РДД по-новому. Быстрее. По-новому. РДД. На изготовку войд. Отлично. Встали по местам. Сбили. Сколько стат? Один, два. Угу. Кашка четыре будет. Сбили. Угу. Отлично. Сбили. Сбейте, КД. Угу. Задум, подбеги. Бесконечная зима. Вот это хуёво, The Doom. Прыгаем. Дал процейв. Если чё бы, ничего. Сбили, сбили. Прыгаем, 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 прыгаем. Четыре. Прыгаем. Блять. Танкадру, БР, Вайда. Сбили. Да, вот, ложимся. Отходим к этому. Ко входу отошли.
такое тело в глыбе? Чё, Войт плохо прыгал, что ли? Нет. Значит, на Войт на трех. Давай меняться, нахуй. Потому что на четвертом прошивает. Какой негодяй этот босс. Турбо, давай, мат-срез. Отходим. Царь, ты резнул? Угу. Так, рыбу поставил, давайте бафаемся. Вот это ты прыгать перестал после, ну, когда зима этот, была, после, да? Бесконечной зимы допрыгивает, пойдет до этот дебаф, не забывайте. Прыгаем и кричим, кто не скачет, тот москаль. Так, чек на готовность. Все готовы турбой войти. Заходим. Слишком далеко. Войт, ты тоже косты сбивай, не забывай. А эти все косты типа рандомом выходят, да? Да. Ну типа, вполне вероятно, что может это не быть. Останавливают боссу 10% маны. Когда босс набирает 100% маны, получается, он дает вот это. Сбили. Какой. Геру. Сбили. 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 Нет, турбо, сбили. Отлично. А, нет, хуёво. Задумили. Ладно, фамильяр. Хуйня. Фамильяры это повезло нам. По фамильяру играем. Грей, разморозишься по фамильяру. Окей. Бой, ты забирал босса? Да. Сколько стаков? Блин, сколько? Так, давай, по-новому. Блять, просейв дал. Быстрее по-новому. РДД по-новому. Милишники доливайте. Быстрее. Значит, сейчас шоты пойдут. Танкадру захиливайся. Задума захил, громоступку захил. На изготовочку. Разбили. Вайда прохил. Сбили. В мили-зону танка друг, быстрее. Турбо в мили-зону. Отлично. Сбили. Пошел танка друг. Че это? Чуть сместились. Турбо сорвал огром. Пальбу дал. Венец пламени. Не двигаемся. Не двигайтесь только. Сбили.
забирай. Сбили. Отлично. Ну-ка, суки. Зато умели. Отлично, так хотел. Блять. Просил. Сбили. Хил дал. Сбили. КД сбить. Сбить. КД. Угу. Следующий сок. Так, Сомер мили. Нет. Турбо мили. Отлично. Призыв фамильяров. Везет. По фамильяру. Он появится там же, где ушел. Посмотрим, может быть, успеем. Войт тоже начинай бить. По-новому. Косуки прохится. РДД по-новому. Быстрее. На изготовочку вот. Встань сюда, может здесь появится. Вот сука. Я забрал. Первый касса бил. Так, встали, сбили. Вот, подстрахуй, как будет второй касс, если что. А, не надо, все откатилось. Сбили. Так, сейчас будет способность. Бесконечная зима. Войт, есть прожимка? Прыгаем. Отдавай. Давай, давай, давай. Прыгаем, 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 прыгаем. Сбей. Прыгаем до конца. Отлично. Ай-яй-яй, прохильте. То сейчас. Прыгай. Так там не огонь. Все равно прыгай. Да, все равно прыгай. Кто не скачет, тот москаль. Не упал мой оффхенд, который я хотел.